6 лет назад мы сюда въехали. Вообще мы никогда не страдали. Ничего. Да, были родники, были грунтовые, да, текли. Не было там где-то родничок, там, ну, вообще мы даже отводов никогда не делали. Поставили один коттедж. Проблемы начались, начали даже в гараж, значит, проходить. Второй коттедж поставили, ну, мы все отводили потихоньку. В этом году их столько много выросло. Ну, все, и вот это, у меня муж сейчас инвалид, он когда был здоров, построил эту баню. Очень хорошая, приличная баня. Как бы все гости, родственники знают, приезжают к нам на, ну, именно на праздник, да. А теперь там, я не знаю, что будет, у него просто здоровья нет, чтобы ее поправить. А там все, там действительно, там тоже вот так воды. Он раз открыл, получилось, открыл ее, вылилась вода. А сейчас уже открыть он не может. Здоровья нет, сил нет, и за что мы пострадали, непонятно. Но это не природа, это явно же не природа. Ну не может она так течь. Утром встаю, идем туда, смотри, ну мы каждый раз боимся, оно прибавляет и прибавляет. Утром встаешь, оно вот свежее. Оно вот так прям хлюпает под ногами. По льду, на льду прямо вот, ну, хлюпает. То есть только что пришла вода. Потом раз, вот видите, сейчас нету. Где хлюпанье? А тает вроде, да? Нету. Ночами, наверное. Ну, что за родник такой? Ну, мне уже просто страшно, что там меня уже лишили выезда, въезда, да? А здесь вот, говорю, 2 числа, 2, здесь не было воды. Вот здесь. Со 2 сколько получается? Ну, месяц, да? Ну, да, месяц. Вот столько воды пришло, сюда полметра. Вот здесь полметра. В общем, вот это вот безобразие, когда уйдет, посадок вообще нисколько нету. Но и страшно то, что у нас ворота совсем, сами видите, что творится. Ворота вообще не открыть, наверное, до апреля, до мая. А когда это все растает, и сколько это будет, да? И запашок, извините, и... Это явно не грунтовые воды. Еще буквально, говорю, сколько? Ну, к концу недели, да, к следующей. Мы уже не выйдем отсюда. Снимать.